Благодаря усилиям поисковиков вернулись из безвестности уроженец Каркаралинского района Карагандинской области Рахып Шамишев и красноармейцы Камен Жуманов Тулебай Жумабеков, призванные Каргальжинским районным военным комиссариатом в феврале 1942 года. Мой отец Шамишев Рапых родился в 1912 году. В 1942 году его призвали из военкомата Каркаралинского района. Мне тогда было 4 года, а моему брату 2. По словам мамы, пришли из военкомата, и ночью мой отец ушел на войну. Мы плакали. Когда сказали, что его нашли, я не верила. Думала, перепутали, наверное, как это так, спустя столько времени. Останки были обнаружены российским поисковым отрядом «Пионер» в ходе международной экспедиции «Ржев-Калининградский фронт 2021». В Казахстан они доставлены бортом военно-транспортной авиации военно-воздушных сил Казахстана. В поисково-экспедиционный отдел ежемесячно поступает до 10 обращений родных и близких по поиску погибших и пропавших без вести. У нас очень тесная работа идет с поисковыми отрядами как Казахстана, так и Российской Федерации. Мы постоянно держим связь с военкоматами в поисках родственников и близких, известных и также неизвестных бойцов, найденных на территории Российской Федерации. Поисками воинов, которые в годы войны были призваны из Казахстана и пропали без вести, активно занимается общественное объединение «Атамнын Аманаты». Сегодняшнее мероприятие – это итог огромной работы огромного количества людей и организаций. В первую очередь это взаимодействие казахстанской и российской стороны. В первую очередь это огромная работа, которую проделало Министерство обороны Республики Казахстан и Министерство обороны Российской Федерации, а также поисковое движение России. Вместе с останками родным передали личные вещи солдат – армейские каски, пехотную лопату, пуговицы и ложки. За 2 года общественники смогли вернуть на родину останки 9 казахстанских солдат. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.